Surprise, motherfucker! FIFA 16 Ultimate Team, монеты, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabo.ru. Ссылка в описании. Я в шоке, но прямо сейчас со мной будет играть Виктор Коваленко, игрок донецкого Шахтера и также национальной сборной Украины. Ребята просто все вместе там собираются. И Никита Шевченко написал еще, сейчас Зину позову, Зинченко который. Я в шоке. Очень приятно на самом деле, ребята. Давайте со всей сборной до утра будем играть. Все нормально, я готов. Играем против Виктора Коваленко. Это просто жесть. Спасибо вам, ребята. И без офсайда, но тут сложно будет. Бензема. Неплохо. Роналду. На Хамеса. Хамес. Удар. Оу, первый пошел. Виктор, здорово. 1-0. Хамес Родригес. И что ты скажешь? Я ничего не скажу. Как он забил? А что ты меня записываешь? Нет. Порой бывает сложно пробивать таких вратарей, как Куртуа и Нойер, потому что они очень высокие, скиллы у них также очень высокие, соответственно, ну машины просто для сейвов. Хамес Родригес закидывает. Спрятался отсюда быстро. Здорово, читали. Полетели в атаку, Гаррет Бейл. Неплохо, можно дать в центр. Симпатично, можно... Ооо, застрял. Пепе. И запускает Гаррета Бейла. Хорошенький заброс. Прилетает Гаррет Бейл. Гаррет Бейл. Принял. Навесил. О! Нет. Симпатично. Можно сюда. Отлично. Еще один. Хорошо. И в центр. И Бензема. Спокойно. Удар. Куртуа. Ой-ой-ой-ой-ой. Виллиан как пролетел. Нет. Серхио Рамоса не пройти просто так. Ух, давай. Опа. На Криштиану Роналду. Хорошо. Криштиану Роналду врывается. Можно... Можно под себя. Неплохо. Где же кто-то? Вот он. Опа. Симпатяга. 2-0. Карим Бензема. О-о. А если б залетело? Тут же поднажать. Отлично. Лука Модрич. Гений. И Хамес. И Карим Бензема. Ой-ой-ой, как убрал. И как отдал. И удар. И 3-0. И Криштиану Роналду. Си! Ух ты ж, блин. Ой-ой-ой, вот это очень даже красиво. Ну тут Марсело, спокойненько. И главное, чистенько. А вот сюда. Ой, какая лялька. Посмотрите, как шикарно тут выносит Серхио Рамос Криштиану Роналду. Под себя. Подачу. О, первый тайм. 3-0 в мою пользу. Давайте посмотрим на статистику. А тут не так все уверенно и больно, как в предыдущем матче с Никитой, потому что тогда было 12-12, сейчас 4-4 тоже неплохо, но не то. Также 4-2-3-1. Терри оставил в защите. Ну, Виктор. Такие игроки, как Терри, в FIFA вообще должны сидеть в глубоком резерве, потому что нет скорости, нет игрока. Здорово. Здорово. И Хамес, лонгшотик. Но! Уф, Куртуа на месте. Вбросит? Да, вбросит. К этому я уже привык. И зря ты так бросаешь. Алло! Хорошо. Модрич, давай. Оп, офсайд, по-моему, да? Или все-таки нет? Наверное, да. Ох ты, посмотри. Серьезно? Ну, давай, иди сюда. Я тебе сейчас покажу. Ты так мне не шути, дружище. Гаррет Бейл влетает, и можно. Красиво, Гаррет Бейл. Здорово, пасик. Нет, удар. 5-0. Честно говоря, я давал только что пас на дальнюю штангу, где Криштиану Роналду был готов замыкать, но если бы пас прошел, он был бы в офсайде, поэтому хорошо, что влетел он в Куртуа, я добиваю в пустые ворота. Итак, кульминация, за ней развязка. Будет ли шестой мяч в ворота Виктора Коваленко? Будет ли повод Никите порадоваться, якобы я пропустил меньше? Честно, времени у меня вагон, и я постараюсь сейчас порадовать Никиту и огорчить Виктора. Встретили и схавали. Пепе! Криштиану Роналду на Марсело. О, Марсело, ну ка ты паса. Отлично. Нет, не прошел этот пас. И тут потеря. Фол, реф. Реф, куда ты смотришь, ёханый бабай? Бейл. Пасик. Перехватили. Опа. Тони Кросс наказать.
Ну что ж, 6-0, я думаю, сейчас там ликует Никита, который типа говорит: «Ха-ха, я же получил 5, а ты 6!» И я могу только сказать, прости, Виктор, но ну так ошибаться нельзя у своих ворот. Нельзя! Мирча бы ругался. О, это уже было искусство. Тут опа, и Байл, опа, и удар. А, пенальти. Ха-ха. Так, Виктор там хотел что-то показать вратарем. Я помню, Куртуа выбегал, да? Теперь моя очередь показывать, что умеет Кейлор Навас. Ну что ж. Сейчас будет потекать. Шо, ну конечно. Все, сейчас будет потекать. Кейлор Навас, и сделаем это изящно. Вот так. Навас, Навас. Брат, доверие подсекать будет. Ей! Это было хорошо. Смотрите, как! Ну просто его можно ставить пятым исполнителем в серии послематчевых пенальти. Не Роналду, а именно Наваса. Ну что ж, было круто. Я очень сильно благодарен Никите Шевченко и Виктору Коваленко за эти матчи. И я надеюсь, что они покажут себя как можно с лучшей стороны на Евро во Франции. Я желаю же от души удачи, ребята, тащите. Успехов вам и в национальной сборной, и в своих клубах, в личной карьере. В общем, с наилучшими пожеланиями. С вами был Ёжик. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, если видосик вам понравился, ставьте лайк, ребята. До встречи и всего хорошего. А после Виктора за геймпад взялся... Кто? Вот соберем 5000 лайков под этим видео и выложу наш матч. Могу сказать только то, что обидеть этого парня не получилось. Он сыграл сильнее, чем Никита и Виктор. С вами Ёжик, и сейчас я буду играть в FIFA вместе с вратарем национальной сборной Украины и Луганской Зари Никитой Шевченко.